На улице 30-градусная жара. Парикмахерские не работают, поскольку бушует коронавирус. Самое время запереться в нашей мастерской фабриста и изготовить что-нибудь интересное. Благодаря нашей подписчице в Инстаграм, кстати, вот Инстаграм, мы, наконец, доделали парный шкаф к аптечке из Half-Life. Учтя ошибки при изготовлении первого тестового экземпляра, мы, наконец, можем изготовить для одного хорошего человека оба экземпляра шкафов. И аптечку, и зарядку. Приступим. Как я уже говорил, на улице 30-градусная жара. Когда я пришел, температура воды была 30 градусов. Придется немножко подождать, пока система охлаждения сработает. Вода остынет до необходимой температуры, и можно будет пользоваться лазером. А пока объявляю антракт. Готово. Можно красить. Жара просто корову. Готово. Шкаф занял достойное место в нашей мастерской, и если в этом шкафу мы храним различные медицинские штуки, бинты, таблетки от головы, лейкопластыри и все остальное, то напишите в комментариях, что же все-таки стоит хранить в этом шкафу. После того, как мы разместили эти шкафы у нас в мастерской, стали происходить какие-то странные штуки. Опять, сука, иди сюда!